Оу-оу-оу. Ну что, вот и начинается наш гастрольный тур. Мы сидим в самолете. Там пятки. В самолете. Пятки. В самолете, а не в самолете. Меня вот учат еще грамоте. Сергей. Был пушистый с утра. Да, ну, собственно, как и все, мне кажется. Евгения тоже очень, очень пушиста. О, что ты пьешь такое? Сачок, без рекламы, апельсиновый. Давай без рекламы. Апельсиновый сачок, он расщепляет жиры. О, я не делюсь. Уже начинает там говорить какая-то тетя, что все, сейчас мы взлетаем. Вот, в общем, куда мы в первом город летим? Ухта. Не, она говорит, ух ты. Мы летим в Ухты. Вот. В общем, увидимся в Ухте с тобой. Я пока с тобой не прощаюсь, выключу пока камеру, потому что сейчас придет тетя и меня нарубает. Тебе очень плохо видно. Наверное, меня тоже плохо видно. А ну-ка. Вот так. Все равно почти ничего не видно. Сейчас, ладно, мы выйдем из лифта, и ты все увидишь. Вот. Вот. В общем, поехали мы на концерт. Вот. Поехали мы на концерт. Мы находимся в Ухте. Это наш первый город в гастрольном туре. Вот. Не до передать привет маме. Ну, да. Давай. Не хочешь? А? Я говорю, не до передай привет маме. Да, привет маме. А ты маме привет. И я маме передам привет. Я еще хочу передать привет зайке, которая, наверное... А я тоже, только не зайка, у меня другой. Кто у тебя? Хороший. Кто? Хороший. Кто он? А Наташка с вами? Он кролик? Он котенок. Котенок. Вот. Что еще рассказать интересного? На улице холодно, здесь говорят. Я в легких кедах. Я. Ну, у нас новенькие кроссовочки. Вот у меня новенькие кроссовочки. Чем бы мне первый раз осыпать? А старые куда дела? А старые выкинула. Да? Потому что они уже убились. Убились? А вот где гостиница. Крыло. Привет, привет, привет! И мы сейчас находимся в нашей гримерке, где происходят разные события. Например, мы сейчас увидим? Это рояль. А еще очень красивый какой-то вот такой вот вышитая на стене такая штука. Как вот. Настроение? Это Нюта. Отлично. Лен, ты снимай, Лен, давай снимем друг друга для... Дайте я подумать, это за гастрольную. Всем привет! Мы на площадке. О, Натали. Натали. Все, ты у Лены отняла инструмент? Да. Ну, вот зал. Какой зал большой. Какой большой зал. Начинается концерт! Наш первый концерт в нашем гастрольном туре. Напоминаю, что это город Ухта. Вот меня тут еще Крылов снимает одновременно. В общем, все очень круто. Мы счастливы и рады. Сегодня было столько лаж. Вообще ржач. Это была репетиция. Я купала. Возьми сумочку, пожалуйста. Как что сразу возьмите сумочку, а как что сразу? Ты что, в депрессии? Да. Почему? У меня сексуальная депрессия. О боже, естественно. Тебе не хватает секса? Я бы спросил у тебя. Я уже все сказал. Я шучу. Женя?
Тебе тоже не хватает секса? Нет, у меня нет сексуальной депрессии. Но секса не хватает, да. Не хватает? Скучаешь по молодому человеку? Точнее, по мужу. А ты скучаешь по кому-нибудь? Нет. Ну, я, наверное, скучаю по друзьям больше. А мужчина у тебя есть? Пока нет. Мы идем садиться в машину, прощаемся с той. Нет, условия на Санкт-Петербурге. Крыл, давай пообщаемся. Нет, я с тобой готов общаться 24 часа в сутки. Смотри, как ты относишься к аборту?